Ранняя весна. Несколько дней назад растаял залежавшийся в низинах снег. После долгой зимней спячки пробуждается природа. Деревья давно уж скинули свои пуховые наряды из снега. Пришла пора сменить гардероб. С началом сокодвижения распускаются молодые, еще не окрепшие зеленые листочки. Все вокруг преображается, набирая сочные летние тона. Вслед за природой, будто бы повинуясь ее сигналам, пробуждается и человек, наполняя городские скверы и парки задушевными разговорами, а загородные поляны и лесные опушки дымом от костров и задорным радостным смехом. Отдельную категорию составляют те из нас, для кого приход весны – это начало нового трудового сезона, пора забот и хлопот, за которыми незаметно пролетает и без того короткое лето. Поэтому с первыми теплыми деньками отправляется и стар, и млад на свой земельный надел, в народе больше известный как дача. Третья декада мая – пора высадки картофеля. Почва уже успела вобрать в себя тепло от солнца на достаточную глубину, создав благоприятные условия для формирования и развития ростков на картофельных клубнях. После посадки картофеля до полной спелости новых клубней пройдет около 4 месяцев. Несмотря на то, что картофель – культура неприхотливая, ухода и внимания это растение к себе все же требует. И заключается оно в прополке и окучивании картофельных кустов, а также борьбе с картофельным вредителем – колорадским жуком, способным в считанные дни уничтожить наземную часть – стебли и листву. Слово «дача», которое многие из нас произносят не задумываясь, имеет богатейшую историю и глубокие корни, уходящие в царские времена, когда чиновникам за заслуги перед государством раздавались загородные поместья, большие участки земли с хозяйственными постройками, прочими строениями и большими домами с целью получения дохода круглогодичного или сезонного отдыха. На рубеже XIX–XX веков дачная жизнь начала широко распространяться в массы. Появились первые дачные поселки. Участки и дачные строения, по сравнению с царскими временами, стали чуть меньше, но все так же служили местом сезонного отдыха и средством получения дохода. В советское время все кардинально изменилось. Отголоски той эпохи можно наблюдать и по сей день. Считается, что для успеха в любом деле, в любом начинании нужно отсекать все мелкие и легкие задачи, которые не принесут существенных сдвигов и результатов, а браться за самые сложные задачи. С работой на дачном участке такой фокус не проходит. В саду и на огороде надо начинать с более легкого – уборки сухой травы, обрезки, окучивания и рыхления, и только потом приступать к вскапыванию земли и прополке. Излишний фанатизм здесь неуместен. Начинать работу ранним утром и разгибать спину, когда уже совсем не вмоготу и темнеет в глазах, дурная привычка, затягивающая даже самых опытных огородников. Напротив, большего результата можно добиться, если не давать усталости одерживать над собой верх, делать перерывы, менять вид нагрузки. Это поможет не так быстро уставать. Например, порыхлили грядки полчаса, следующие полчаса займитесь кустарниками, а потом вернитесь к грядкам. Высадили часть рассады, обработайте малину, проведите опрыскивание ягодных кустов. Результат вложенных усилий долго ждать не заставит. К середине лета дачные участки начинают приносить плоды. Созревают ягоды, ранние сорта яблок, огурцы. Начинается пора сбора урожая и заготовки на зиму различного рода солений и варенья. Постепенно в течение дачного сезона погреба заполняются банками различного калибра с компотами, огурцами, помидорами. Зимой организму хочется побаловать себя дарами лета, восполнив недостаток полезных нутриентов, содержащихся в продуктах консервации. Все это добавляется к основной деятельности на земельном участке – окучивании картофеля, поливе и прополке грядок. Летний зной не щадит культурные насаждения. Лишь сорняки да трава чувствуют себя комфортно при любой погоде. Пришла пора сделать перерыв на обед. Одной морковью да яблоками сыт не будешь. На первый взгляд, такая обычная бытовая активность, как работа на дачном участке, сжигает сотни калорий энергии, которые нужно своевременно восполнять. Далеко для этого ходить не нужно, считай, все у тебя под ногами. В густой зеленой листве огуречных грядок прячутся сочные молодые огурчики, а на соседнем участке уже можно подкопать молодой картофель, которому еще расти да расти. Но как тут удержаться, если вкус отварного картофеля, приправленного свежей зеленью да политого сверху маслицем, навсегда врезается в память, стоит лишь раз попробовать это незатейливое блюдо. Для занятия садоводством дачи стали использоваться в советское время, трансформировавшись в участки обычно по 6-8 соток, с небольшим домиком или вовсе без него. Иногда гражданам выделялись небольшие земельные участки, огороды для высадки картофеля и овощей без права строительства каких бы то ни было построек. Массовое развитие и освоение дачи получили во времена хрущевской оттепели, так как, несмотря на обширную программу освоения целины, в Советском Союзе сохранялись сложности с продовольствием. Дачные участки стали для многих семей незаменимой частью продуктовой корзины. Культивировали картофель, капусту, морковь, разбивали фруктовые сады. Дача кормила и на многие десятилетия вошла в историю как некий обязательный атрибут, которым для спокойной и счастливой жизни должна владеть каждая семья. Сегодня традиции и обычаи наших дедушек и бабушек, наших родителей отчасти находят свое продолжение на дачном участке, хотя все чаще можно услышать выражение «все это можно купить в магазине». Цифровой век не оставляет людям времени на садоводство и огородничество, поэтому в лучшем случае дачные участки становятся местом для шашлыков, отдыха и встреч с друзьями. При этом с возрастом, с выходом на пенсию люди все чаще начинают уделять время именно садово-огородным делам. Времени становится больше, а, как в народе говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Да и продовольственная корзина, заполненная своими продуктами, куда ценнее магазинной, заполненной импортными. С приходом осени жгучий зеленый цвет дачных насаждений разбавляется теплыми пастельными тонами. Желтеет листва и трава, не покидает ощущение скорого прихода холодов, когда утром листва покрывается тонким пушистым слоем инея. Сентябрь традиционно считается временем уборки картофеля, который, согласно народному календарю, принято выкапывать на Куприянов день, 13 сентября. В этот день православная церковь чтит память священномученика Киприана Карфагенского, непривычное в народе имя которого было переиначено на Куприяна Картофельника. В день памяти этого святого, помимо сбора картофеля, собирали клюкву, наблюдали за отлетом журавлей, поэтому день этот также известен как «Журавлиное вече». Считалось, что отлет журавлей на юг сулил ранний приход зимы. При этом, если стаи журавлей, летевшие на юг, поднимались высоко в небе, то зима будет морозной. Если журавлиный клин летел низко, жутких холодов ждать не придется. Для тех, кто мало знаком с приметами народного календаря, сигналом к уборке картофеля служит подсохшая и пожелтевшая ботва картофельного куста. Передерживать в земле эту культуру не рекомендуется. Помимо заготовки на зиму с целью использования в пищу, нужно позаботиться и о будущем урожае. Поэтому в день копки или перед закладкой в погреб также отбирают картошку на семена, зачастую сортируя ее не только по размеру, но и по сортам. Отбирают клубни среднего размера, гладкие и ровные, чтобы они дали крепкий и здоровый урожай. Все остальное съедается, ведь впереди долгие месяцы до созревания нового урожая. Будто волшебный ларец, дачный участок снабжает своих хозяев практически полным списком продуктов, необходимых для получения сбалансированного рациона питания. Сюда входят и картофель, и огурцы с помидорами, ягоды, яблоки, морковь, капуста и многое-многое другое. При этом размер этой самой корзины может колебаться от мала до велика, отражая не столько площадь огорода дачного участка, сколько трудолюбие и целеустремленность его хозяев. Многие дачники пошли еще дальше, наладив сезонный прирост своих активов и капитала за счет реализации продуктов труда, выращенных на дачном участке. Помимо расслабляющих пейзажей, осенью на даче ощущается некоторое облегчение в делах. Пора поливных и прополочных работ завершилась. Можно слегка сбавить темп и насладиться теплыми деньками, тишиной и спокойствием, которое, если задуматься, никуда и не исчезало, а была всегда рядом, будто волна радиостанции в радиоприемнике. Достаточно было всего лишь подкрутить ручку, чтобы настроиться на нужную волну. Недаром в народе говорят, что человек сам кузнец своего счастья. Ведь если задуматься, обстоятельства и внешние условия – это всего лишь барьер, фильтр, который разделяет по разные стороны тех, кто хочет и думает, от тех, кто хочет и делает. Транслировать это выражение можно на любые сферы нашей жизни, от спорта и финансов до банальной активности на дачном участке. Главное помнить, что любое наше действие или же бездействие обязательно принесут результат. Так устроен этот мир. Подходит к своему завершению очередной дачный сезон. Макушки гор покрываются шапками из снега, тускнеют краски, дни становятся короче и прохладнее. В эту пору хочется выбраться на пару деньков из города, но не из цивилизации. Подходящим для этого местом служит загородный домик, дача, да, впрочем, любое иное строение, в котором есть хотя бы минимум удобств – электричество, кровать, источник тепла и бытовые принадлежности, чтобы можно было в любую погоду и макарошки или супчик сварить и отдохнуть, прилечь на часок-другой. А уж если возникнут у кого-то угрызения совести, что бездельем мается, то работа по огороду или по дому всегда найдется. За что я люблю осень, так это за то, что она не однолика, умеет удивлять и всегда держит в тонусе, не давая расслабиться. Классический желтый наряд осени ранним утром сменяется легкой белой вуалью, накинутой на все вокруг. Эту красоту, эту гармонию не передать словами. Это нужно прочувствовать, к этому нужно прикоснуться, сделав частью своей жизни. И дача – одна из дверей, ведущая в этот мир. Конечно, лишь при условии, если не становиться заложником своих 6 соток. Так что же такое дача неформальным языком? Сегодня это скорее некий пережиток из прошлого, доставшийся нам от наших родителей, бабушек и дедушек. В то время полки магазинов не радовали покупателя изобилием и широким ассортиментом товаров. Дачный участок был палочкой-выручалочкой, помогавшей выжить в сложные времена. С детских лет пытались передать нам наши родители свой опыт и страх невыживания, приучая с малых лет к труду в огороде и формированию запасов на зиму. В наши дни, когда полки магазинов изобилуют доступными продуктами питания, в том числе овощами и фруктами, дачный участок стал утрачивать свое былое назначение. В попытках зацепиться за прошлое многие ссылаются на натуральность именно дачных продуктов. Но по большей части это самообман. Ведь из великого множества предлагаемых сегодня продуктов питания найдутся такие, которые не будут уступать своей натуральностью тем, что произведены на дачном участке. С тем же, что дача в любые времена помогала решать человеку проблемы насущные, нельзя не согласиться. В советские годы это продовольственный вопрос, в наши дни – жилищный. Сегодня при довольно высоком уровне цен на жилье дачный домик стал отличным и законодательно закрепленным вариантом для жизни. Тем более современное состояние строительной индустрии позволяет обустроить свой быт в любой сезон и в любую погоду. Выходит, что дача или дачный участок – это все тот же надел земли, назначение и размер которого меняется в разные времена. Поэтому точного и универсального определения этого слова, понятного всегда и всем, скорее не существует. Каждый находит то, что ищет. Кто-то – площадь для постройки жилья, кто-то – место подведения бизнеса. Иные – клочок земли в 6 соток, отраду для души, источник натурпродуктов и просто место для отдыха. Но какой бы смысл мы ни вкладывали в это непонятное заморскому уху слово, нельзя забывать, что все это даровано нам свыше, и в любую минуту мы можем лишиться того, во что вкладываем смысл гораздо больше, чем оно есть на самом деле.